Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, Гюль. Прихорошилась для фотографий. Оу, oh, ей. Yeah. Всем привет, мои хорошие. Привет. Привет. Идем к Узлемчику на Лахманджун. И Лахманджун едет без. Сыночек, сыночек. Бен я чекмадын, бир тане симит едим, один сегодня симит съела я, и все. А так не хочется ничего. Ну как придем, увидим запахи, почувствуем, сразу захочется. Сейчас мы кулашкам хады татлы аладжан узлема. Сейчас мы купим сладенькое, что выберем, посмотрим. Bozuk var mı? 1 lira. 1 lira? Evet. Все любят газозу. А ну знаете, что напоминает? Сейчас я попробую. Как спрайт. Очень вкусное. Посмотрите. Газозу. Чё гюзеляшка мечты. Белендин мяшка? Знаете, что это такое? На каждом перекрестке в начале и в конце. Я тоже удивляла, что это такое. Подумала, для чего это такое? Почему так не хватило, может, им плитки? А оказывается, это для невидящих людей. Также на набережной. Вот посмотрите, везде, где спуск и подъем, везде они сделали. Молодцы турки. Они думают о всех людях, и здоровых, и больных. Посмотрите, видите, невидящие, незрячие. Вот для них помощь. Хош булдук, пришли мы к нашему злемчику Гельдик Бис. Мы я пьюрсун сенджаным беним. Лахма. Sen söyle şimdi, sen bir hafta geçtik, hamama biz gittik. Hamam çok güzel. Nasıl şimdi? Harikaydı, her zaman gitmek isterim. Nefisti, çok mükemmel, harikuladeydi. Çok beğendim, çok. Yani herkesin gitmesini tavsiye ederim. Aha. Kendini özel hissetmek isteyen herkes katılsın, gitsin. Geçek ben de şok aldım. Evet, uç gün kendini gelmedim. Sahibi çok hoş bir bayandı. Çok memnun kaldım. Çok güzel ilgilendiler. Teşekkür ettik onlara zaten. Ama onları. Arkadaşla en dedin sen. Her zamanda gitmek istiyorum. Arkadaşla dedin seni. Arkadaşlarıma hep söyledim. Aa. Hepsine Instagram'dan da ekledilər, takip edecekler. O, они говорят, хотят тоже пойти. Evet. Всем сказала, очень довольна. Всем. Anladım. Sen verdin o sipariş orada, Lahmancun? He, verdim. Ha, ona уже отдала. Çünkü 7.30'da kapatıyorlarmış. Hı-hı. 7'de getirebilirler. Aha, tamam. 7 часов принесут нам. Hazırlıyorum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben biraz rahatsızdım. Она немножко плохо себя чувствует. Ama o hamamın sıcak suyu, o saunanın sıcak ısısı, kendi ısısı bana çok iyi geldi. Yani bir şifa gibi. Şifa gibi, o kadar ilaç içiyorum, şey yapıyorum, kum döküyordum. Yani o sıcak ortam.
Она шифа gibi geldi yani. Она до этого себя плохо чувствовала, у нее песок был, говорит. И когда yani пошла в хамам, все открылось, все прогрелось, сауна вообще сейчас чувствует себя намного лучше. Вот видите, рекомендует она хамам. Кто ким рахатсы солуйор, о хаман чок юзель. Да, мамашки. Посмотрите, какие нам лахманджун привезли. Ай, вкуснятина. Озлем, шимди бу не кадар хэп? 28. Этот офазла табики. Эт лабирабир. Ой, как вкусно. Эвет, мясо мы даем. 28. О, чок юзель. Ну все, приятного аппетита нам, Ашким. Хочет кушать озлем бендейстюрм емек там. Аппетусун. Еще сделала фасоль нам и вот приготовила такое. Бу насол сын япты. Фурында? Как она сделала, видите, какой у нас стол. Какой вкусный лахманджучок лезет ли вот так вот. А, там заказала она им. На подносе принесли они. Очень вкусно. Поели, сейчас семечки будем луцкать. Новости слушаем, то жена, то жену убили, то детей бьют. Такие вещи смотрим, страшные. Сейчас чаю готовит нам Узлемчик. Так мы сидим хорошо. Наелись, так вкусно было. Так вкусно поели. Очень вкусно. Жизнь прекрасна. Сколько времени я уже не готовлю, друзья мои. Разленилась я. Все, с понедельника надо вести домашний образ жизни. Дома кушать, все, хватит, хватит. Узлемчик. Рамазан нерде сенин, Рамазан? Gelmedi bu hafta. Gel. Bir yere patronu getirdi. Buraya geliyormuş arabayla. Gel, sen de gidiyorsun de. Gel gitti. Enis de arkadaşları gitti. Enis тоже пошел к друзьям. Вот она радуется, когда мы приходим. Enis de hamama gitmek istiyormuş. Aa, Enis hamam хочет пойти. Ben dedim ki anneciğim orası sadece bayanlara ait. Diyor ki ben de baksırımla otururdum diye. Dedim sen bana yıkatmıyorsun kendini, kızlara mı yıkatacaksın? Захотел Enis hamam da. Aşkım sen hamamda ister misin? Abi. Sen gittin hamama? Gittin, biliyor musun sen bu iş? Abi gitmedi, yapmadı bir şey kaldı mı? Ay Sena! Kolye var ya yenge, bunu bana Sara hediye etti. Bu kolyeyi Allah'ım, bir gün baktım Sara'da gördük, bende yok. Sara benim, ben ne yaptım bu kolyeyi dedim. Düşürdün mü? Meğerse iki gün bu saçımda kalmış kolye. Потеряла колье в волосах. И dedim ki buraya kuş yuva yapsa burada yaşar. Там говорит, кто то будет жить. Я уверен, я бы dedim bir de altın çeyrek oldu mu buraya saklarım saçımı. Говорит, если бы золотой была монетка, там бы, говорит, спрячу. İki gün kalmış böyle. Никто не найдет. Такие густые волосы. Saçında ne var? Aa, dedim benim aradığım kolye. Aha. Bir kere de senin şeyi getirmiş, tokayı. Benim saç. Sen, toka. Senin tokayı şuraya koymuşsun ya, ben de burada oturmuşum. Ее волосы притягивают все. Ondan sonra saça takılıp gelmiş eve kadar. Sonra getirdim ben. Какие волосы густые. Вот так делают туршу солености. Видите, они все в пластмассовых бутылках. Все в пластмассовых бутылках хранят. 34.
İkram ediyorum. Ücret almıyorum. Bedava. Tabii. Turşunun çeşitlerini de saymakla bitiremiyoruz. Her şeyin turşusu olur mu? Bilmem ama. Turşu. İşte tanıştırayım sizi. Burada gündeme uygun turşu çeşitleri de var. Tarpuz, вин, все, соль, и яйца, доллары тоже, доллар, да. Мои заловушки, я покрасила волосы, посмотрите, какая красивая у нее, это сидит, кофе пьет, и нам вот такой кофе сделан, моя мини-моз, лептик, вот лептик, и Рамазан, он у Догильды. Рамазан, да, или муж пришел. Знаете, что как только мы придем, или она придет, и он приходит. Такой сервис. Кофе османлый называется, осман. А ну попробую. Какой-то он с пряностями. Бахарат лабирабирону? Гюзелю, таты. Karışık. Evet, karışık. Merengiç var bir tane yuvarlak. Şey, kuru yemiş gibi. Onu dövüp içine katıyorlar. O reyhasını veriyor. Tadını. Merengiç kahvesi. Güzel, lezzet. Bölge var. Şeyler yaşıyor. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.